Протягиваем выпуск. Мясовые улады пропоновали провести другий марш недармоедов у Гомеля на пляцовце каля ДК «Випра». Керавництво Гарвыканкама сустрелось с представниками руху за отмену декрета номер 3. Баки обмерковали умовы проведения акции. Массовое мероприемство на площади Паустання Гарвыканкам полечил немахчимым. 25 соковика тут будет проходить традиционный сельскохозяйственный кермаш. Он был запланован несколько месяцев тому. Проводить марш на площади Ленина так само немэтазгодно. Это важный транспортный узел. Массовые мероприемства тут стараются минимизовать. Как вариант, места – территория каля ДК «Випра». Это близко от центра. Пляцовка здольная зместить свыше 4,5 тысяч человек. Так само Гарвыканкам пропонует для размовы с удельниками маршу недармоедов актовую залу Дома культуры. И она смещает каля 500 человек. На встрече с журналистами с нагоды проведения акции городские улады подкреслили, что пошли на встреч организаторам мероприемства. Зворот об проведении маршу был подаден позднее необходимого термину и не отповедал потребованиям закону. Але Гарвыканкам для захования безопасности удельников акции вызначил для яе официальное место. Тем больше, что в своем звороте организаторы подкреслили готовность до обмеркования умов проведения мероприемства. Мероприятие, которое запланировали на площади Восстания, мероприятие, которое касается шествия по улице Советской и митинг на площади Ленина, это несанкционированное мероприятие, это нарушение действующего законодательства, и за это предусмотрена административная ответственность. Власть к диалогу готова. Мы предложили вариант совместного мероприятия ДК «Випра» как на открытой площадке перед входом в здание, где можно расположить более 4 тысяч человек, так и внутри помещения.